Сегодня у нас будет видео «Перегородка патруль». Такая вот перегородка стоит 200 тысяч рублей. Такая перегородка стоит 250 тысяч рублей. 350 тысяч. 693 тысячи рублей. Одна створка 2000 евро стоит. Такая вот штука. Всем привет, с вами компания Дели, меня зовут Никита. Сегодня у нас будет перегородка патруль. Идем смотреть перегородки на Каширскую. Там, в общем, очень много различной мебели. И мы сейчас посмотрим именно перегородки, сколько они стоят, какие компании есть, которые производят на рынке, из чего можно выбрать, какие перегородки вообще. Мы едем сюда, вот, там даже адрес. Это большой центр, тут большой выбор мебели, в том числе вот раздвижных перегородок. Все, приехали. Именно четвертый этаж. Раздвижные перегородки нужны. Я вас сейчас даже проведу, покажу. Серьезно? Пожалуйста, поднимайтесь. Ага, понял. Это что у вас? Это камера. Ребята, камеру да, вы снимаете, а снимать у нас нельзя. Все, я все выключил. Выключите. Так, это мы пришли. Сейчас туда. Двери. Вот, мы на месте. А, нельзя? Тебе столько что сказали внизу. Ну, я думал, тут можно. Нам запретили съемку всеми правдами и неправдами, но мне удалось пробиться. И нам разрешили съемку. И поэтому я сейчас буду снимать. Давайте я вам посчитаю, сколько стоят вообще перегородки. Вместе с доставкой и вместе с монтажом. Лично у нас средний размер перегородки у нас 3 метра в длину, если вы хотите разделить студию, к примеру, и 2,7 в длину потолок. Это 8 метров квадратных. Цена получается около 120 тысяч перегородка в среднем стоит. Это вместе с доставкой и монтажом. Это в эко-шпоне, это под дерево. Если под металл, это как лофт перегородка. У нас получается 157 тысяч, это под металл. Вот сейчас мы с этими размерами пойдем и будем спрашивать стоимость. Вот, договорился с первой компанией, она называется Альтеза. Вот есть такой вариант перегородки, это одностворчатая перегородка, чтобы закрывать, наверное, комнату. Сколько такая стоит? Стандартная система вешается на делать раздвижные системы, абсолютно такая же. Вот это барная система, да? Да. Цены у нее где-то от 10 тысяч, там разные варианты можно выбрать. Барный механизм, он держит от 100 килограмм вес нагрузки. Угу. То есть, в принципе, надежная система. Ну, это надежно вообще, вот эти колесики? Они не сотрутся, их там нужно обслуживать или нет? И почему она вот ездит? На самом деле, стена должна быть очень хорошая для этой системы. То есть, у нас вот здесь идет система из гипсокартона, и она у нас не усилена, на самом деле. То есть ошибка здесь в этом. Ну, в принципе, если это 10 тысяч рублей стоит, или сколько, 15? Ну, где-то, да, за 10 можно, от 10 тысяч. Да, это выгодно, мне кажется, нормальная цена. Да. А еще есть варианты какие? Механизм Invisible, вот вы подсмотрели уже. Так, вот это у нас такая просто обычная перегородочка. Вот, мы таких не делаем перегородок. Вот, они, видите, тоненькие такие. Но это алюминиевые. Это алюминиевые. Алюминиевый профиль. Соответственно, сам профиль вот тут у нас он максимально тонкий. Угу. И да, он действительно сейчас вот в основном такие берут. Людям такие нравятся, потому что они очень тонкие и не громоздкие. И, а куда их берут? В основном, чтобы отделить помещение, зоны, знаете, чтобы не нагромождать стенами, делают перегородки такие алюминиевые. Стекла можно тоже разные, абсолютно там вариантов этого остекления, куча, около 100 вариантов. Можно и зеркала ставить, можно и матовые стекла делать, цвета тоже. Так, ну вот. И сколько такая вот именно стоит? Ну, это нужно рассчитывать, там они по ширине стоят. Не, а вот именно вот этот вариант, какой, сколько на сколько? Ну, где-то от 80 тысяч он получается. 80 тысяч, вот такая вот перегородка. Тут
2,7 в высоту где-то, да? Да, 2,70. В ширину они больше, чем 2,4. Ну, то есть вот этот проем где-то 2,4. Установку этого вместе с установкой или просто перегородка? Это просто, это перегородка. А перегородка вместе с установкой вы восстанавливаете? У нас есть сервисная отдельная служба, которая с нами сотрудничает и по гарантии устанавливает. Поэтому если нужна тоже установка, можете обратиться к нам. 1020 установка. Вот это вот этого механизма меньше. Mm-hmm. Вот есть еще такие перегородки. Мне не стали делать расчет, они стесняются. Вот, ну такая вот перегородка стоит 200 тысяч рублей. Вот, я не знаю, сколько тут, 2,7 в длину и где-то 1.2 метра в ширину. 200 тысяч рублей. Сейчас посмотрим, из какого материала она сделана. Это алюминий. Ездит она комфортнее, чем предыдущая перегородка. Вот так она выглядит. И если мы включим вот такой режим, то она вот так вот выглядит. Вот. Вот тут разные магазины, Alpha Door. Вот. Вот мне вот эта компания еще тоже интересна. Наверное, одна из самых таких вот, который именно производит. Расскажите, покажите. Там, я зайду, можете. Ну вот, в принципе, вот интересно будет, если вы расскажете просто о преимуществах этой перегородки. И сколько стоит? Сколько стоит она? 3 в ширину, 2,7 в высоту. Ну, у вас есть каскадная створка, да, или? Вот в каскаде, вот в таком исполнении 3 на 2,7. Это эко-шпон или это шпон? А, это эко-шпон. Вот. За ваше здоровье. Нижний направляющий у вас есть или? Производство Россия у вас, да? Прязино. Такая вот перегородка еще раз. Вот посмотрим. Вот у нас вот, другой текстуры вообще тут. Но в принципе нормально. Выглядит неплохо. Сейчас вот полностью нам цену вот именно за такую перегородку вам скажут, сколько она стоит. В проем 2,3 на 2,7 132, да? Вот. Каскадная система складывается в одну сторону, эти 4 полотна. Ну, в зависимости от покрытия будет варьироваться стоимость. Это эко-шпон 132 вместе с установкой. Без установки. Ну, в районе 30 тысяч установка. 160 тысяч где-то, да? Ну, от 150, если так приблизительно. Значит, гарантия на продукцию 5 лет. 5 лет. Ого. Срок службы не меньше 15. На монтажные работы у нас гарантия 3 года. А, на монтажную. А направляющая фурнитура это Италия. Она у меня с четырех сторон. У меня окно, входная дверь. И... А нет, тут нет у вас. А, там все. Все, у вас все по фэншую. Так, ну все, тогда мы дорисуем женщине нос и пойдем дальше. Все, спасибо вам, Игорь, удачи. Вот, это тоже у них двери Ягуар, у них 30 точек по всей Москве. У них вот и как раз раздвижные перегородки. Это не знаю сколько стоит, сейчас будем спрашивать. Здравствуйте. Стоимость будет в районе 170. Возможно, да, вот так вот, в таком форме. 170, да? Да. А установка сколько? Установка 15%. 15%. Получилось сколько?
170. А, 170. Стоимость перегородки. 170. Без доставки, без монтажа. 170, в общем, такая перегородка. 170, доставка, монтаж. Ну, в районе 250, да, где-то будет? В районе 200. 200, а, ну 200 тысяч, хорошо, 200 тысяч. Все зафиксировали, все, спасибо. Пожалуйста. Второй день, сегодня будут еще новые объекты, мы с ними договорились. Это будет магазин элитных уже перегородок, у них перегородки очень дорогие. Ну и еще пару других. Возможно, если успеем, еще попадем в другой... в плазу, в какую-то плазу, где тоже куча перегородок. В общем, давайте, всем привет. Каширский двор. Ну все, я приехал, второй день съемок. Сейчас покажу, там продавцы все волнуются, никто не хочет сниматься, но Никита с камерой продвигается вперед. Сейчас начинаем. Это безопасный магазин, тут все от коронавируса против. Вот, ну, а это как материалы кашпон, сколько стоит вот такую поставить? Это, получается, у нас шелк, покрытие искусственное, очень приятное на ощупь, бархатистое, если мы его потрогаем. Угу, ну, действительно. Такая дверь, вот мы здесь собрали, на ценнике у нас даже указано. Комплект в сдвижной системе Мистери, очень интересная направляющая, без лишних каких-то элементов. Все скрыто. Невидимка, да, называется? Невидимка немножко другая совсем. Вот если мы посмотрим сюда, здесь дверь Magic невидимая, вот она называется невидимкой, у нее вообще не видно механизма. Механизм скрыт за полотном, на стене и за полотном. Вот, при движении мы не видим вообще никаких направляющих. Так, секунду, я отойду, чтобы было видно. Так, вот это стоит сколько? Стартовая цена от 37 тысяч где-то получается. Если мы берем зеркало, то это в районе 80 тысяч. Она может быть в разных покрытиях. Зеркало, все наши облицовки, порядка 60 облицовок могут быть изготовлены на такой сдвижной системе. Ага, ну все, я понял. Так, каскадная, только такой вариант есть или еще есть перегородки? Перегородки есть по различию профиля. Здесь у нас профиль используется 1000 линий. Такой интересный мелкоребристый профиль. Цвет может быть другой, стекло может быть другой использовано. Также есть перегородка скала. Она будет дальше. У нее немножко более крупный профиль. Так, а куда эти перегородки вообще нужны? Перегородки сейчас очень популярны, используются для разделения пространства, для зонирования. Гардеробные часто используют, разделяют кухни в гостиной. Очень популярная сейчас такая тема. А сколько стоит? Можно сказать, но начинает 30 тысяч за квадратный метр перегородки. Так, давайте. В зависимости от стекла, от профиля, от цвета и от стекла. Так, то есть 30 тысяч, 3 на 2,7, это 9 квадратов. 270 тысяч. Да. 270. И с установкой... Установка... 10%. Ага. Ну, вот такая 300 тысяч, можно так сказать. Так, еще есть какие-нибудь? Перегородка, да, еще вот очень интересный профиль. Тысячи линий мы посмотрели, а здесь профиль скала. О, так это вообще какая-то красота. Да, такой вот интересный профиль, выполненный в форме скалы. По цвету может быть тоже разные варианты, по стеклу. Здесь получается вставка по центру стекла, вот еще дополнительный декор. Очень удобный профиль, можно использовать вместо ручки. Ну, слушайте, очень красиво. Это металл или что это? Это металл, да, алюминиевый также профиль используется. Управляющий цельный литый, стекло триплекс. Также мы видим, что нижний управляющий у нас тоже нет. Мы свободны. Из одной зоны попадаем в другую, никаких не препятствий. Так, еще что-нибудь или в принципе мы все расскажем? Еще у нас давайте. Очень интересно. Пошлите, конечно. Довольно-таки новый продукт, перегородка графика. Графика? Графика, да. Она отличается простым гладким профилем.
И преимущество ее самое важное, то что у нее вариант раскладок 10 вариантов мы можем предложить по расположению перемычек. Если перегородка 1000 линий, скала, у них вариант раскладки только вот такие, как мы с вами посмотрели, здесь 10 вариантов можно предложить клиенту вариантов раскладок. Вот. А какие раскладки можно? По расположению перемычек они могут быть вообще без них, только по контуру. Есть легкие, центральные, например, квадратики. На нашем сайте, в принципе, все варианты раскладок. Есть, и даже индивидуально у нас был заказ, делали просто по размерам клиента. Да, а как долго делается заказ? Ориентировочно полтора месяца. Ага, понял. Такая сколько квадрат стоит? Такая 25 тысяч за квадратный. А почему так дешево по сравнению с другими? А у нее профиль более... Ну, тонкий? Нет, он не тонкий, он просто гладкий. Если тот профиль, он ребристый. А, и там больше да, работы. Его сложнее сделать, да, окрасить, сделать. И также здесь немножко облегченный вариант по кареткам. Так, вот нам... профиль чем отличается? Если у нас перегородка графика, вот у нее очень такой, видно, что немножко облегченный профиль. Она это профиль меньше. Направляющий? Направляющий и ролик. А у перегородки 1000 линий... 1000 линий вот это, нет, да? 1000 линий у нас вот те, которые более дорогостоящие. Вот эти более дорогостоящие. Да. У них вот такой профиль, такие каретки. Так это же не профиль, это же направляющий. Вот профиль. А, профиль. Направляющий, это каретка. О. И это начинается система движения. Такая перегородка, если это 1,5 в ширину и 2,8 в высоту, 440 тысяч. Вот такая стоит. Так, вот как на витрине, вот эта перегородка. Тут маленьким шрифтом написано, ну ладно, так. 693 тысячи рублей. Ориентировочно, наверное, это будет стоить в районе... Если тут размер какой у нас? 2,3 на 2,9. Ну да, где-то в районе 700-800 тысяч, может быть, будет стоить на проем 3 метра. Красота. Так. Это просто разные цвета алюминия, да, там? Да, разные цвета, и вот можно в разрезе посмотреть довольно-таки, что он прочный. Это вот на ребристый, на довольно-таки много тоже цветов. Вариантов. Я думал, алюминий он вообще какой-то маленький, ну, то есть хрупкий. Нет, он у нас, вот в нашей фабрике, как раз толщиной 2,1 мм. Это довольно-таки прочная конструкция, серьезная. Угу. А я вот царапается или нет? Как там, ну, дети очень... могут же играть? Могут, если взять гвоздь и начать царапать, конечно, можно испортить, но довольно-таки устойчив к обычному использованию. Угу, понял. Пользуется довольно-таки большой выбор стекол. Красиво у вас. Толщина стекла довольно-таки внушительная. О, вот это то, да. То, что мы проговорили, что это триплекс 8 мм. Это триплекс. Да, безосколочно. Ну, вот эти базовые стартовые стекла, а все остальные вот с зеркальным эффектом, серебристые, белые, глянцевые, белые, матовые, они по стоимости выше. Так, ну все, в принципе, мне все понятно, ну все рассказали. Спасибо вам за храбрость. Пришлось, заставили. Заставили вас. Ну, я надеюсь, я вам не сильно помешал тут своими походами. Надеюсь, нет. Будет польза и вам, и нам. Да, я тоже так думаю, что должна быть польза. Да. Вот у нас... Больше людей увидит нашу продукцию. Салон дверей София. Всем пока. Все, да, идем в следующий. А мы приехали в Экспострой. Тут большой выбор. Это на самом деле очень большой торговый центр. Нахимовский проспект, 24. Вот, 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 вот. И таких вот 4 секции. Никите надо обойти. С вами перегородка патруль. Даже без каски. Под предлогом тайного покупателя. Мы обозреваем качество сервиса и уровень цен у наших коллег по цеху. И даем вам самую актуальную информацию. Без каких-либо описаний и моих комментариев. Просто показываем, что есть. Еще можно выбрать.
выставляю всех в таком свете, в котором они есть. Чтобы вам туда-сюда не бегать по магазину, мы специально для вас сделали этот видеоролик. Если вам понравилось или вы видите то, что мы можем улучшить специально для вас, пожалуйста, оставляйте комментарий вот внизу, вот тут вот. И мы будем очень рады. Вот, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вам не нравится. И мы будем исправляться ради вас. Да, вы раздвижные перегородки у вас есть? Конечно, есть, пойдем. Ага. И тоже перемычек вот этих может быть разное количество, и вертикальных, и горизонтальных. А, так, это какой материал? Это алюминий красный. А, так, секунду. 3 на 2,7. Какая цена будет? 3 метра это по ширине или по высоте? 3 в длину. В длину, да, это длина. Высота? Да. С установкой, если можно. Установка 15% от стены. Угу. А почему тут Unica Doors или это один из магазинов Academy, да? Да, абсолютно верно. А, только под другим брендом, да, типа того? Каждая точка, она просто выставлена на фабрике, да, то есть у нас двери Тула и перегородки. А, вот где мы с вами смотрели перегородки, это питерская фабрика плюс перегородки. Все. Если вы зайдете на Академию, там тоже будут двери Академии плюс перегородки. Все понятно. А еще подскажете, где можно будет посмотреть? Или это все, что у вас есть? Мы можем подняться на второй этаж и там посмотреть. Мне бы просто хотелось поплотнее перегородку такую из дерева, может. Или... Из дерева не бывает. А, из дерева нет у вас. Так, это... А, это виды профилей, да, как да, может выглядеть? То есть я могу под дерево взять, да, и в принципе не париться. Угу. Так, и насколько... Прочная, интересно мне. Вот эта вот компания. Одна створка 2000 евро стоит. Соответственно, перегородка будет немножко по другой цене. Скажите, пожалуйста, а сколько вот такая стоит? Может, 350 тысяч. Полностью вот это 350, да? Да. А в каскаде у вас есть? В одну сдвиг. А, у вас фабрика? Ладно. 350 тысяч. Тут мне понравилось тут обслуживание. Ну, перегородки такие, если честно, бабушкин стиль. Ну, это мое мнение, вы меня можете тухлыми помидорами закидать. Мне не очень оно зашло. Но, в принципе, пойдет. Вот каскад, 4 створки, там 3 метра или... Ну, вот что-то... 3 метра ширина, да? Да. 3 метра, а высота 2? 2,7. 2,70? Да, 2,70. Угу. 800 тысяч... Стекло, стекло. Он не отклеится, этот ворсистый уплотнитель, нормально? Нет, нет. Он фрезеруется, он не клеится, он вообще фрезеруется вниз. Там фреза выставляется. А, фреза, понял. Ну, ориентировочно, вот сколько такая вот перегородка стоит, вот это вот? Вот смотрите, в таком варианте она стоит в районе 100 тысяч рублей. Вместе с установкой? Нет, монтаж ее стоит 25% от стоимости. 125 тысяч да, стоит. Да, это полностью под ключ в районе 125 тысяч. Но опять же, здесь может быть еще что? Обрамление проема, здесь его нет. Здесь полотно упирается в стену, видите? А можно сделать полотно. А вот этот, который сверху, это тоже идет? Это карниз, да, это обязательная опция. Она закрывает, эта штука закрывает механизм. Скажите, пожалуйста, а сколько вот такая с установкой стоит? В районе 250. А если черная? А. Черная не делается. Не делается? Да. Да, система.
Такая перегородка стоит 250 тысяч рублей. Вот это вот прикольная перегородка, честно признаюсь. Мне очень нравится. Вот это, конечно, супер. Каскадная перегородка, каскадная система 3 на 2,7. У нас черновой ремонт сейчас. Сколько? Да. Три высота, 2,7 ширина. Сколько стоит? И какой это материал? Это алюминий, это стекло. Каленое стекло. Ага, понял. Можно расчет сделать? Угу. Тогда, в принципе, все. 271 252 рубля. Установка включена. 15% от стоимости конструкции, это монтаж, плюс доставка. Итого полная стоимость получится. Ну, где-то 350, да, или? Ну, 313. А, 313. Понятно. Вот это, или где, вот там образец, он отличается, или вот этот? Только здесь третье полотно тоже стоит, у вас они все три будут туда вот приезжать. Ага. Вот такая вот стоит 313 тысяч. Тут у нас какие-то уплотнители, резинки какие-то. В принципе, выглядит неплохо. Сейчас мы закроемся вообще. Так, тут ничего не понятно. Что-то есть. О, тут даже она. Если посмотреть, она тут отходит на стенде. Видите? Отклеилась. Вот такой вот. Такая вот штука. Ну ладно, может быть, бывают такие штуки, наверное, у кого-нибудь. О, видите, если повнимательнее смотреть, она отходит. Видите, она отходит. Ну ладно. Так, мы идем дальше. Скажите, пожалуйста, я у вас уже был? Нет? Нам нужен каскадная перегородка, система, черный цвет, 3 на 2,7. Это вот такая, в одну сторону, да, телескопическая, да. Вы сможете расчет сделать? Четыре полотна. Четыре полотна, да, 850. Ну, чуть шире. Расчет. Ну, ориентировочно. 120 тысяч метров. 120 тысяч метр? Да, у вас 3 метра, так это 370. 370. Вместе с установкой? Да. О, а доставка, если... Это со сборкой, это все. А, все вместе, да, комплексно. Это какой материал? МДФ. Без сосны, без... Это не массив, это МДФ. Угу. Да, ничего нет, это 2 полотна МДФ. Так, это эмаль, да? В любой цвет можно покрасить, в черный там. Я сейчас в полную могу закрыть, да, чтобы посмотреть? Так. Вот такая вот перегородка. 370 тысяч, 3 на 2,7. Вот такая вот. Тут у нас замочек какой-то есть, чтобы закрывать. Ну, чисто из эмали сделано стекло, фацетное стекло. Давайте узнаем еще, какое стекло они используют. Так, у меня вот один вопрос остался по поводу стекла. Какое использовано, фацетное или как? В расчете за 370 какой было?
обычное прозрачное стекло, да? Там обычное, да. Это чуть-чуть дороже. Но там можно, в принципе, в эту сумму можно уложиться, там все равно посчитывать. Вы производите или как это? Да, мы сами делаем. Понял. У нас свое производство. Uh-huh. А в основном, как бы, основная линия это мебель, МДФ, все, фасады МДФ, панели, в том числе и телевизор. Понял. Здравствуйте. Мне каскадную перегородку посчитать, если вот возможно, чтобы она была просто вот так вот, вот такой вот и вот такой вот. Рисунок, да? Да. Рисунок может быть разный. Угу. Все в пределах, главное, прямых линий, не изогнутых, угу. А прямые могут прямые. Быть по-разному расположены. Это доп или это МДФ? Это МДФ. Сколько... Ага. Там состоятся двери, утолщенные МДФ 6 мм. Угу. Внутри бруски из массива хвойных пород, но это будет только вот здесь. Соответственно, все штапики это чистые МДФ. Ага, понял. Стекла бывают разные. Ну, прозрачные, матовые, бронза прозрачная, бронза матовая. Угу. Может быть фацет, может не быть. Здесь тоже все меняется, можно убрать кресты там, ну, или еще как-нибудь. Так, а можете стоимость на 3, на 2,7? Ага, а второе за ним едет. А вот эта вот веревочка или что это? А это и есть вот эта вот. Она не порвется, с ним все нормально? Вообще это усиленные испанские направляющие. Так. Они достаточно дорого стоят, и дорого, вот веревочки, да? Не рвутся. Они у вас будут шириной, ну, метр с чем-то, 1.4 м, потому что они здесь друг на друга находят. Иначе некрасиво, сантиметров на 4-5 см. Угу. Иначе здесь дыра, а так как бы они, ну, вот так делается, лучше смотрится. Что то чуть-чуть есть побольше нужно метр, брать, да? А еще шире. Точно, это вам скажет замерщик прямо при замере. К примеру, вот эта вот перегородка, давайте. Она шириной 2,70, ну почти 3, грубо говоря, и высотой 2,50, чуть поменьше вашей. Угу. А она стоит 320. 320, да? У вас будет чуть-чуть другое в боксе сжаться. Будет другой рисунок, захотите вы капитель, не захотите, можно менять наличники, ну вот. Так, ну хорошо, все, вот такая перегородка стоит 320, установка еще 10%. И установка это... Ну, 360, в общем. Примерно, да, просто это монтажника нужно спросить, он вам точно рассчитает. Вот, 360, сейчас я с другой стороны. Вот такая вот стоит 360 тысяч рублей. Купил бы? Как тебе? Так, а сейчас мы подходим еще к одному стенду. Что же это за стенд такой? Сейчас мы сделаем на него обзор. Так, надо подойти поближе. А, оказывается, это наш стенд, который находится в торговом центре «Конструктор» по адресу 25-й километр МКАД, владение 4, строение 1. Четвертый этаж по лестнице, вон там вот. Идете в левую часть конструктора, поднимаетесь по замечательному лифту, потом идете по этой лестнице, вот так вот все проходите и заходите к нам в гости. Все, тут специально все сделано для вашего уюта. Иногда даже я тут сижу, вас встречаю. Пишите заранее, я вас всегда приеду, мы вас всегда встретим и проконсультируем. Вы можете сюда приехать, чтобы пощупать, какие они на ощупь. Вот, вверху вот такие направляющие. Вот это эмаль. Это экошпон, выглядит как дерево. Тут у него всего 6 цветов. Вот такая перегородка, 117 тысяч рублей. Вместе с доставкой и установкой. Вот это тоже экошпон, серый экошпон, серебристый его принято называть. Знаете, сколько будет стоить? 3 на 2,7. Тоже 117 тысяч рублей. Вот так вот выглядит перегородка. Вот такая перегородка в эмали 3 на 2,7 будет стоить вам 157 тысяч рублей вместе с доставкой и вместе с монтажом. А вот есть у нас несколько вариантов перегородок. Если это каскадная перегородка, да, вот это вот классическая перегородка, которая распашная, то это каскадная перегородка. Вот сейчас мы пуфик немножко дергаем, ничего страшного с ним не будет. Видите, у нее все створки сдвигаются в одну часть,
получается вот такая линия. Обычно вот такой перегородкой из-за кашпона как раз таки изонирует помещение. Сверху идет закладной брус, потом идет накладная, вот, и на нее крепится направляющий. Направляющий держится на роликах. Многие нам вчера говорили, что это из МДФ, они полностью делают из МДФ. Но мы делаем брус из сосны, чтобы сам профиль был намного прочнее и его не вело. Мы даем гарантию 2 года. Сама перегородка, срок службы 20 лет. Вот, сам материал, это кашпон, он меньше подвержен к царапинам. Вот это эмаль. Вот она, вот, допустим, чтобы вам показать, она может царапаться. Это она у всех так будет царапаться. Если с ней неаккуратно обращаться, то она будет вредничать. Но у ней 200 цветов. Это ее плюс. Вот это варианты стекол, фацет, матовое стекло прозрачное, стекло с пленками. Всем пока, мы заканчиваем этот выпуск. Если вам было хоть немножко полезно, мы будем очень рады. Вот тот номер телефона, по которому можно позвонить, с нами связаться, получить расчет именно на ваш проем. Мы приедем, вам никуда не нужно ездить. Смотреть, выбирать, мы все сделаем под ключ и посчитаем вам вместе с доставкой, вместе с установкой. И сделаем перегородку эту под вас из качественных, надежных материалов. Все, всем пока, всем удачи. С вами был Никита, с вами была команда Дели. Всем пока.